В городском парке было организовано несколько площадок для игры в бадминтон, в том числе и детских. Специальное покрытие позволит заниматься этим видом спорта в теплое время года. Была такая добрая традиция. В парке Царицына были корты, и многие профессионалы сейчас начинали тренироваться там, когда зародился как бадминтон в Москве. Ну, в том числе вот я там занимался и в свое время входил в сборную команду Москвы по бадминтону. Хочу, чтобы здесь видно тоже что-то подобное получилось, и народ начал увлекаться бадминтоном. На турнир собрались любители ракетки и валана из разных поселений района. Один из организаторов состязаний – Андрей Харитиди, сам много лет увлечен бадминтоном. Это вид спорта, который сначала кажется очень легким, а потом выясняется, что он не совсем легкий. Это самый интенсивный вид спорта. Недаром наш президент и премьер-министр тоже увлеклись бадминтоном. Арсен Апресян пришел сюда в качестве болельщика, но в итоге не удержался и взял в руки ракетку. Бадминтоном я занимаюсь с первого курса университета своего. И, в принципе, доволен, как бы нравится играть. И интересный вид спорта, который, к сожалению, мало где показывают. Нынешний турнир впервые прошел в нашем городе, и организаторы надеются, что соревнования станут традиционными. А всех желающих приглашают заниматься в бесплатных секциях, которые организованы в спортивных центрах Видного и Ленинского района. Татьяна Брылова, Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.